сотни участников и самые актуальные вопросы. В Нарьян-Маре состоялся первый женский арктический форум. В числе приглашенных гостей олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она посетила спортивную школу «Труд», что заявила. История длиною в 150 лет. Самое старейшее образовательное учреждение Ненецкого округа отметило очередной юбилей. Средней школе села Великовисочная исполнилось полтора века. Красочный концерт, поздравления и ценные подарки. Покажем большой репортаж. Зажигательные народные танцы под гусли легендарного Садко. В столице региона состоялся съезжий праздник «Печорская госпа». Среди участников творческие коллективы из Великого Новгорода, Вологды, Череповца и Москвы. Как все прошло? 2 года на радиоволнах. Север-ФМ отмечает день рождения. Познакомим с ведущими и покажем, как проходит прямой эфир. Скоро. Мишкины потягушки в заповеднике Ненецкий. Вышел из спячки знаменитый четвероногий житель Ненецкого округа Бурый Медведь. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги понедельника, первого рабочего дня в студии. Олег Итанзейский. Мы начинаем. В Нарьян-Маре прошел первый женский арктический форум. Его старт дан на территории спортивной школы «Труд», единственной в Ненецком округе школе Олимпийского резерва. Участниц форума встретил директор Алексей Гербов, который рассказал об учреждении, тренировках и заслуженных атлетах. Всего на территории школы 7 видов спорта. Это тэквондо, борьба, северное многоборье, теннис, хоккей, лыжные гонки и фигурное катание. Именно последним женщины заинтересовались и посетили ледовую арену, где уже шла тренировка. Прославленная советская фигура. Туристка Ирина Роднина сразу же отправилась к юным спортсменам. Олимпийская чемпионка провела небольшой мастер-класс и посмотрела уровень наших фигуристок. Дети занимаются. Из каждого из них обязательно кто-то или что-то получится. А вот сейчас уже ставить галочку, есть способны или не способны, мне кажется, это очень неправильно. Возможность замечательная, каток хороший. Видно, что с ними занимаются с любовью. Тренер очень старательный тоже. Видно, что ей работа это нравится. Значит, есть все условия, все возможности. А вот губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский признался, спортивные направления нужно развивать и привлекать больше молодежи. Я считаю, что наши дети замечательные, тренер прекрасный. А Арктика – это не только территория для женщин, это территория для всех, кто любит север, кто любит нашу страну и кто готов здесь жить и реализовываться. А реализовываться здесь есть где, и возможности еще только открываются в русской Арктике. И мы очень рады, что женский арктический форум первый проходит здесь. И очень хотели бы, чтобы Нарьян-Мар, несмотря на то, что это маленький город, на краю практически нашей страны, стал бы площадкой для ежегодного и постоянного проведения и сбора здесь талантливых, красивых, замечательных женщин. Россия лучше, чем в России, женщина нет нигде. Добавлю, официальная же часть женского арктического форума стартовала в субботу во Дворце культуры «Арктика». Средняя школа имени Аншукова села Великовисочная отметила большой юбилей. Ей исполнилось 150 лет. Старейшее образовательное учреждение Ненецкого округа было создано еще в царские времена. За полтора века своего существования школу окончили больше 1000 человек. А в числе педагогов, которые там работали, ветераны Великой Отечественной Петр Спирихин и Василий Самойлов. Юбилейную дату отметили всем селом громко и с размахом. На праздничном концерте побывала и наша съемочная группа. Зрительный зал местного дома культуры забит до отказа. Здесь не только работники школы, простые жители, даже те, кто никогда не учился в стенах образовательного учреждения. Юбилей общий, говорят вещания. Для гостей праздника сотрудники ДК совместно с учителями и их подопечными подготовили большой концерт «История длиною в 150 лет». Чтобы лично поздравить сотрудников и учеников школы с большим юбилеем, в Великовисочное приехали десятки гостей, в их числе представители региональной власти. Выступая со сцены, каждый пытался подобрать особые слова. Нечасто в Ненецком округе образовательным организациям исполняется 150. За полуторавековую историю своего существования образовательная организация пережила множество организационных и административных перемен и преобразований. Но неизменным всегда оставался профессионализм. Самоотдача педагогического коллектива. Знаете, я вспоминаю такой же праздник 10 лет назад. И одним из наших пожеланий тогда было, помимо всего, что мы сказали, хороших, добрых слов, пожелание было такое. Друзья мои, 150 лет, надеемся, мы встретим в новой школе.
Пожелание сбылось, поэтому, уважаемые выступающие, желайте сегодня как можно больше. Выразить слова благодарности педагогическому коллективу приехали и действующие руководители других образовательных учреждений. Вот, например, Вера Кременская. Сейчас она директор 4-й городской школы, а всего несколько лет назад возглавляла Великовисочную. Пусть эта круглая, знатная дата символизирует собой огромную круглую медаль, отлитую из драгоценного сплава безмерного уважения к вашему коллективу. Гордости за ваших учеников. В старинное село Великовисочное гости приехали не с пустыми руками. Подарки разнообразные. От принтеров, в которых так нуждаются образовательные учреждения, до денежных сертификатов на покупку мебели. В стороне не остался и губернатор. После визита в муниципальное образование Александр Цибульский распорядился обновить библиотеку в пришкольном интернате, который на днях также отметил большой юбилей – 90 лет. Обновили, модернизировали оборудование. Приобрели стулья, стенды красивые и книжный фонд обновили полностью для того, чтобы дети, которые здесь находятся в период обучения, могли очень хорошо занять свой досуг с пользой для себя и для обучения. В пришкольном интернате постоянно проживают 25 учеников. Все они из близлежащих деревень и сел – Щелина, Лабужского, Пылемца. Условия здесь очень комфортные. Светлые просторные комнаты, есть компьютерный кабинет, стол для настольного тенниса, а скоро появятся еще и душевые кабинки. Мы проводим с детьми разные мероприятия, внеклассные, классные часы. Здесь у нас есть библиотека. Потом, значит, спортивные мероприятия проводим, праздник здоровья, день именинника, традиционные, Новый год, 8 марта, 23 февраля. Дети очень любят у нас участвовать во всех мероприятиях. Без внимания сегодня не остались работники местной школы. За добросовестный труд и вклад в развитие системы образования вручили благодарственные письма и грамоты администрации Ненецкого округа и Заполярного района. В их числе Андрей Максимовский, учитель физкультуры. Он родился и вырос здесь, в Великовисочном. А после получения диплома решил, работать будет здесь, в родном селе. И так уже несколько лет. Что касается здания школы, то его построили всего несколько лет назад. Вместимость больше 100 человек. В образовательном учреждении есть своя столовая, спортивный и актовые залы. Кабинеты оснащены современной мебелью. Здесь, например, проходят уроки химии. Такими условиями может похвастаться далеко не каждая городская школа. Уровень образования совершенно не уступает городу. Учителя первой и высшей категории у нас в достатке. Дети выступают на Всероссийской олимпиаде школьников и на различных конкурсах. А не видно их потому, потому что масштабы. У нас в школе всего 76 человек обучается. Понятно, по масштабам городских школ это немного. Нам единственное, чего не хватает, это детей. Когда молодежь поедет на село, ну и взрослые работать, появятся дети. Появятся дети, откроются новые вершины. И все будет у нас хорошо. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Великовисочное. Гусли легендарного Садко, средневековая волынка, старинный наряд русской красавицы и зажигательные народные танцы – все это можно было наблюдать в минувшие выходные во Дворце культуры «Арктика». Там прошел съезжий праздник «Печорская гостьба». Его организовал этнокультурный центр Ненецкого округа в рамках Славянской межрегиональной фольклорной ассамблеи. В празднике приняли участие множество коллективов из разных городов России, Великого Новгорода, фольклорные Вологды, Череповца, Москвы и творческие коллективы Ненецкого округа. На народном гулянии побывала и наш корреспондент. Корреспондент Любовь Пермякова, ей слово. Здесь использован бычий пузырь, ее надувают. Специалист по музыкальной археологии из Великого Новгорода Антон Каменский показывает нам уникальный инструмент – средневековую волынку, на которой играли еще в 14 веке. Кроме волынки, на мастер-классе были представлены и древние струнные музыкальные инструменты. Это гусли лирообразные, это самый древний тип гуслей. Обломки от этого инструмента были найдены в слоях 11 века. И этот инструмент еще известен тем, что у него сбоку сохранилась вот такая вот резная надпись «Славиша». «Славиша» — это, судя по всему, имя. Скорее всего, имя музыканта, который играл вот в 11 веке на таком инструменте. И именно такого типа инструмент мог принадлежать легендарному Садко. Еще одна участница печерской гостьбы Татьяна Казакова занимается женским этнографическим обрядовым пением и шьет старинные костюмы. Шью по этнографическим образцам, также делаю куколок обережных. Поэтому вот хотите, я на вас покажу, например, как вы преобразитесь в костюме. И интересно даже, какие у вас будут ощущения.
Конечно, от такого предложения на съезжем празднике трудно было отказаться. Меня наряжают сначала в рубаху, затем ситцевый сарафан и расшитый передник. Завершает образ русской народной модницы яркий платок, который, кстати, вологодские девушки любили носить домиком. Теперь самое время идти, как говорится, в народ, на гулянии и похвалиться обновкой. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Сегодня коллективы из разных уголков России во Дворце культуры «Арктика» поют, играют на музыкальных инструментах и показывают старинные танцевальные движения. Здравствуйте, Юля! Танцевальными движениями, которые покорили бы сердце любого деревенского парня, нас познакомила руководитель фольклорного коллектива «Поверье» Юлия Алакина, которая вместе со своим коллективом в северную столицу прилетела из Москвы и привезла с собой многочисленные народные забавы, игры и хороводы. Мы едем в экспедиции, записываем обряды от носителей традиционной культуры. Это и хореография, это и песенное исполнительство, певческое исполнительство. Это и костюмы, и обряды, и инструменты, даже народный театр. Поэтому нам приходится немножко даже быть реконструкторами и владеть и северной, и западной, и южной традицией. Ну вот, конечно же, юг тоже у нас есть и немножко даже преобладает. Коллектив «Поверье» южную культуру любит по-особенному. Даже на сегодняшнее выступление певцы пришли в народных костюмах, которые носили на Кубани и других теплых регионах страны. Носят паневы домотканые, вышиванные и тканые элементы. То есть это старинные пояса, это гайтан, это ожерелка, это барановский платок, который печатный. Кстати, площадка ансамбля «Поверье» была самой популярной на празднике. После мастер-класса музыканты отправились выступать на главную сцену Дворца культуры «Арктика», где вновь зажгли многочисленную публику. Впрочем, в концертном зале выступили все участники съезжего праздника. Это фольклорные коллективы, ансамбли, отдельные исполнители, музыканты из разных уголков России и Ненецкого округа. Всего более 80 человек. Как оказалось, любителей русской культуры в округе тоже немало. По словам организаторов мероприятий этнокультурного центра, услышать звуки предков, послушать старинные песни, полюбоваться красотой народных костюмов пришли более чем 1000 человек. А это значит, славянская культура будет жить. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Другим темам. Сегодня 2 года исполнилось радио «Север-ФМ». Напомню, первый эфир у наших коллег состоялся 1 апреля 2017-го. «Север-ФМ» — это всегда актуальные новости, различные программы, музыкальные новинки и, конечно, прямые эфиры по несколько часов в день. Моя коллега Александра Литкова расскажет о тех, кто делает теплое радио «Севера». У нас 2 ведущих и 2 года. Сегодняшний прямой эфир радио «Север-ФМ» начался с поздравления коллег. В этот день, 1 апреля 2017 года, впервые вышел эфир радио «Север-ФМ». Помню, как мы создавали это радио. Это была работа где-то 2 недели. Мы работали практически в круглосуточном режиме, потому что это первый большой наш опыт создания собственного радио. Нам нужно было придумать все программы, нам нужно было придумать прямые эфиры. То есть это была очень большая работа. Мы практически не спали, всегда были на работе. И когда у нас получилось, когда мы вышли в первый прямой эфир, вот это было счастье непередаваемое. Когда все заработало, пошла новая музыка, отличная от дорожного радио, современная. У нас получилось делать то, что мы хотим. Сегодня радио «Север-ФМ» – это актуальные и интересные новости, прямые эфиры на различные темы с розыгрышами призов, авторские, культурные и просветительские программы, а также самая лучшая популярная музыка отечественных и зарубежных исполнителей. В честь дня рождения ведущие объявили конкурс на самое лучшее поздравление от слушателей. Нам сегодня 2 года, именно радио «Север-ФМ» 24 часа вещания. Раньше у нас было другое радио, дорожное, там были у нас небольшие врезки. И вот 2 года назад мы свою линию
нам выделили свою линию радиолинию. И вот мы сделали Север ФМ. И вот с сегодняшнему дню мы приурочили такой пост ВКонтакте, создали 2 года. И под этим постом люди нас поздравляли всевозможными вообще способами. Кто-то видео присылал, кто-то фотографии, кто-то просто написал в комментарии поздравления. Впрочем, ведущие не стали выделять победителей, как планировалось. Поэтому подарки было решено вручить каждому участнику конкурса. Вот одно из ярких поздравлений. Я не хочу есть, мне как-то грустно. Не грусти! Включи радио Север ФМ! Как признаются ведущие, 2 года – возраст совсем небольшой. Впереди еще много работы и планов. Уже совсем скоро в эфире радио появятся новые программы. Будет расширен прямой эфир, а также появится онлайн-трансляция эфира. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Самый любимый четвероногий житель Ненецкого округа бурый медведь вышел из зимней спячки. Сейчас Мишутка постоянно проживает в заповеднике Ненецкий, куда он попал в 2012 году. У бурого медведя непростая судьба. Его мать убили охотники. Косолапый долго скитался и чуть не погиб. Но сердобольные жители помогли ему обрести комфортное жилье и любящую семью. Ну а как чувствует себя лесной красавец после длительного сна, узнала наш корреспондент Любовь Пермякова. Мишка чувствует себя великолепно и уже готов к встрече с жителями региона. Конечно, он будет рад любому лакомству. Ненецкая телерадиовещательная компания тоже приготовила Мишутке сладкий подарок. Сейчас посмотрим, как он будет ему рад. Мишутка, лови! Оп. Двадцатисемилетний хозяин тундры с удовольствием принял подарок. Еще бы, ведь за время спячки бурый скинул несколько килограммов. Напомню, Мишутка заснул в начале ноября прошлого года, а проснулся в конце марта. Медведь благополучно перезимовал, проснулся, бодрый, веселый, вроде бы так упитанный, в меру, вес немного скинул за зиму. В принципе, будем открывать сезон посещения. В числе первых, кто посетил Косолапова, его давние добрые друзья – Ненецкая нефтяная компания. Бурого медведя, которого зовут Миша, мы содержим уже много лет, Ненецкая нефтяная компания. Вообще наша история с Мишкой началась в 2012 году, когда мы построили этот вольер. Сначала Ненецкая нефтяная компания создала проект при помощи заповедника, который полностью его согласовал, чтобы соответствовал всем нормам безопасности. Мы построили ему жилье, и после этого как-то так сложилось, что мы стали Мишку кормить, стали его содержать, стали следить за тем, чтобы он был такой вот красиво упитанный, конечно же, при помощи заповедника. В среднем в год на содержание Мишки Ненецкая нефтяная компания тратит примерно 500 000 рублей. Сюда входит полноценное питание и уход. Если брать на себя полностью затраты, конечно, это очень дорого для нашего заповедника. А так, традиционно, при поддержке администрации Ненецкого автономного округа, при поддержке Ненецкой нефтяной компании, в общем-то, средства на этот год опять будут выделены на его содержание. По словам директора заповедника Станислава Золотого, большой вклад в Мишкино здоровье делают и неравнодушные жители округа, которые часто приносят ему любимые лакомства. Кстати, угостить Мишку и увидеть его после зимней спячки можно будет уже в эту субботу. 6 апреля в 11 часов состоится праздник весеннего пробуждения «Мишкины потягушки». Всех гостей праздника ждут мастер-классы, интерактивные площадки, познавательные игры, беспроигрышные лотереи и, конечно, главный виновник торжества. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.